Привет, ребята! Смотрите, какие красавцы! Это же наши герои мультика Мимимишки. А вы на канале Мила Гейм. И это игра Мимимишки! Привет, Кеша! Какой же он веселый! Бегает себе и веселится. Ну что, Кеша, познакомишь нас с этой местностью? Конечно, познакомлю. Пойдем, сейчас все посмотрим. Вот, звездочка какая-то тут летает. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть у наших симпатичных мимимишек. Ох, водичка. А Тучка медитирует. А, это мы в гостях у нашего друга Тучки. Тучка, что-то ты тут все разбросал. Бардак какой-то, нужно навести порядок. Мишку на полку. А лыжа должна где стоять? А вот ее подружка, вторая лыжа. Все на месте, лыжи мы поставили. Это какой-то рог лежит. Куда мы его повесим? Конечно, на стену, на гвозди. И фотография Кеши. Тучка любит Кешу. Посмотрите, даже фотография на стене рядышком висит. Тучкина и Кешина. Это так мило, они же друзья. А рыбку мы положим в мешок. Вот. Отлично, красота! Ребята, вы наводите порядок у себя дома? Пишите в комментариях. Так, отлично, здесь мы порядок навели. Это очень хорошо. И побежим дальше. Какой красивый здесь мир. Вот еще задание. Здесь какая-то рыбка живет в проруби. Ой, сколько. Надо их ловить. А, надо их кормить. Какие они большие, эти рыбки, похоже, их хорошо кормят. Вот они какие прожорливые рыбешки, разноцветные. Розовая и красная, розовая и фиолетовая, а вот зелененькая рыбка. Ох, как вас много. Целая большая семья рыбок живет в этих прорубях. На вас еды не напасешься, вы такие прожорливые рыбки. Сколько же они ведер в день съедают? Как вы думаете, ребята, пишите в комментариях. Наверное, штук 10 ведер. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Всем хватит рыбки. Их все больше и больше. Ой, я не успеваю закидывать им корм в их ротики. И мы уже накормили 75, 76, 77. Сейчас будет 80 рыбок. Какие мы молодцы, ребята. А здесь, наверное, в углу самая главная рыбка их нарисована. Ну хорошо, мы побежим дальше. Нам интересно посмотреть, что здесь есть еще. Ну пойдем, Кеша. А вот лисичка. Привет, лисичка! Привет, Кеша! Ты что, музыку слушаешь? Да, лисичка слушает музыку, и Кеша вместе с ней решил. Посмотрите, ребят, Кеша вместе с ней пляшет. Так, звездочку возьмем. Ну-ка, Кеша, запрыгивай. Что это за звездочка такая? А, он здесь танцует. Какой же молодец, как он классно танцует. Кеша, да ты красавчик. Я знаю, я классно танцую. Молодец. Пробежимся-ка вот сюда. Что здесь есть? Это же воздушный шар. И мы полетели над всей планетой. Можем посмотреть весь мир мимимишек. Отлично. Я всегда мечтала полетать на воздушном шаре. А это фотоаппарат. А мы посмотрим дальше. О, это что такое? Что-то интересное, что мы будем делать? Перелетели. Молодец, Олечка. Какой Кеша молодец. Он умеет делать все, что хочет. Ага, здесь нам нужно сделать аппликацию. И мы красивую рыбку сделаем. Наверное, Кеша хочет подарить эту рыбку
лисички. Это его поделка. И пуговку вместо глазика. И рыбка наша готова. Вот из таких простых материалов можно сделать красоту. Какой же смешной ежик. Давайте мы его тоже соберем. Так, а куда эту завитушечку? Наверх. Пуговка – это глазик. Так, а это куда? Это носик красный. А вот смешные лапки. Задние и передние. Ура, ежик готов! Вот такой смешной он получился. И сделаем домик. Поставим крышу, стены. Застеклим окошечки и трубу. Ура! И домик наш готов. Пластилиновый домик. Рыбку мы уже делали. И теперь побежим дальше. Молодец, Кеша! Быстро справился со всеми заданиями. Вот еще звездочка. И мы ее, конечно же, возьмем. Что это такое? Что-то строит, ребята. Какой Кеша молодец. Это ракета, Иннокентий, но вы талант. Да, мы с ребятами так и думали, что наш Кеша супер талантливый медведь. О, бух! И Кешу оглушило. А вот Тучка сидит. Привет, Тучка. Тучка сидит и пьет. Он пьет чаек, похоже. Замерз наш, Тучка? Вот, есть еще какой-то мостик. Так, Тучка. Ой, какой монстр! Кеша испугался, да, очень страшный монстр. А вон и Цыпа гуляет. Цыпа, привет! Убежал Цыпа от нас куда-то. Раз он построил жирафика. Так, на этом мы уже летали. И вот, зайдем вот в этот домик. Посмотрим, что там. Да, здесь нужно сделать кораблик. Давайте сделаем красивый парусник. Вот, мачта. И паруса. И готов наш кораблик. Очень красивый получился. И целая ракета. Иллюминаторы. Хвост, нижняя часть ракеты. А это что такое? Это дверь. Носовая часть ракеты. Ее лопасти. И подставочка. И ракета готова. А вот и машинка. Очень модная. Двери поставим. Сиденье удобное. Колесики. Задние побольше. И передние поменьше. И здесь есть даже проблесковый маячок. И лобовое стекло. И машинка готова. Кеша с вами прощается. Пока, ребята. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал Мила Гейм. Ставьте лайки. Пока-пока. Приходите к нам еще в гости. Играть с мимимишками. Пока.